Себя на празднике. Сегодня мы собрались для того, чтобы все вместе одной семьей поблагодарить наших мам, бабушек, поздравить с праздниками. С праздником вас, милые мамы, милые бабушки. На земле хороших людей немало, сердечных людей немало. Но лучше всех на земле мама, моя мама. Своим мамам посвящает свой праздник ребята. Пожалуйста, ребята, вам слово. И подснежник красится сад мамин день и весенний день. Мамы наши дорогие, бабушки любимые, поздравляю вас родные и целую милые. Мама, слово дорогое, на летом тепло и свет. Славный день, 8 марта, наш день. Мама, наш привет! Только просыпаюсь, улыбаюсь я, солнышко целует, ласковый меня. Я смотрю на солнце, маму вижу я, мое солнце, мама, милая моя. Я немножко подожду, космонавтом стану, мама, первую звезду я тебе достану. Я хочу создать машину специальную для мам, чтобы она стирала шило, подметала, тут творила и меня бы отводила прямо в школу по утрам. Мама, сегодня с этим именем я бы хотел поднять на ракете выше самых высоких туч. Взял бы цветы, миллиарды букетов и разрушал бы их на планету. Мамы получат их, улыбнутся и сразу повсюду наступит лето. Дорогие наши мамы, мы сами признаем, что, конечно, не всегда мы хорошо себя ведем. Мы вас часто огорчаем, что порой не замечаем. Мы вас очень-очень любим, будем добрыми расти и всегда стараться будем хорошо себя вести. А какой подарок маме мы подарим в женский день, если для этого немало фантастических идей? Вы любви готовить маме, это очень интересно. Мы заметим, чья-то Ваня или пусть Англия. Ну, а я подарю. Я подарю маме газету шкаф цветами. Рыжевый потолок, жаль, уроки. Поздравляю наших мам, мы подарим им сегодня то, что каждый по секрету сделал сам. Ну, а лучше всех подарков самых разных, самых ярких, то, что мы здоровы, веселы и встречаем праздник песни. Сегодня мамин праздник, поют для вас ребята. Я знаю, мама любит, бандику и сирень. Я знаю.
джентльменом. Yeah.
дела нам помогают. Мы пол для мамы подметем, на стол накроем сами, поможем ей сварить обед, мы с ней споем, станцуем и красками ее портрет в подарок нарисуем. Вот это да, мама скажет людям, и мы всегда такими будем. Мама, дочки, как же маме не помочь постирать платочки? Мы на пленницах ходим, и я стираю, посмотри. Игрушки, конфеты, но маму люблю я совсем не за это. Веселая песня она напевает, нам скучно вдвоем никогда не бывает. Я ей доверяю свои все секреты, но маму люблю я не только за это. Люблю свою маму, скажу я вам прямо, ну просто за то, что она моя мама. Алёша, зови твою маму, Дима, твою маму.
И мальчик должен не сам сесть, а усадить свою маму. Четыре пары, да? По кругу, я так понимаю. Все, что? Так, а теперь, наверное, в кругу тот мальчик. Да, маме я представил. Так. Волосы.
жены дома нет, вы проспали, а вам на 8 часов нужно успеть прийти в школу. И... Будем спать дальше, да? А вы так и делаете. И вам нужно будет девочке привести голову в порядок. Успеть. Так, девочка, сюда. Ребенок взрослый, он сам себе голову в порядок. А, ну посмотрим. Может, папа будет... Может, будет папа стоять, а дочка сама сделает. Но желательно, чтобы папа помог. Это твое. Это твое. Где ты расческа твоя? Это? Папа все может. Только мама не может быть. Давай посмотрим. Так. Итак, пошли. Рыжего учила, Лена? А? Рыжего учила за это? Смотрите, кто...
Алена, ты будешь первая. Алла, ты будешь первая. Так, вы туда, вы туда. Что вам нужно? Первый человек идет, садит картофель, так? И потом палочка возвращается этой стороной, даешь маме ведерочко. Мама собирает. Ясно? Потом опять садится, собирается. И так последний, кто палочку поднимает ведерочко. Аленочка, ты ставишь каждую лунку по картофелине и возвращается в эту сторону. Папе даешь пустое ведро. Приготовились. Итак, посмотрим, кто быстрее работает, папа или мама. Пошли. Me.
у нас еще есть одна мама. О, классная мама. Кто это? Надежда, Надежда Васильевна. Рита. Что следит за нами, а надеюсь, если спас крепкими руками. Это мама строго смотрит, чтоб читать, писать могли, и с охотой в большую школу каждый день и шли. Ну, что мне рассказываешь? И сегодня эту маму всем поздравляю. Хорошего здоровья от души желаю. Вас, вам вас мы маму поздравляем и, конечно, обещаем на 4 и на 5 на урок отвечать. Обещаете? Да. Спасибо вам, ребята. Мне бы хотелось, чтобы вы никогда не поверили, чтобы у нас никогда в классе не пустовали парты, 25 человек, чтобы шли с утра, приходили в школу, никогда не болели. И чтобы были здоровы вы, и были здоровы все. Смотрите, пусть здоровы будут мамы, все дочурок и сынок. Thank you.
дядя Дян. Thank you.